Видишь ли ты себя в большой политике и вообще думал ли об этом, осматривали какие-то варианты? Ну, смотрите, эти вопросы мне часто задают, постоянно задают. Знаете, ну, я только завершил карьеру, и как бы голова тоже загружена, во-первых. Во-вторых, если человек идет на такую должность, у него должна быть как минимум политический опыт. Во-вторых, в-третьих, у него должно быть как минимум образование. Пока что вот эти моменты, они как-то не соответствуют. Да, там Хабиб умеет драться, но мы же не знаем, какой Хабиб там... в политике. Мы знаем, вот сейчас мы прошлись с Хизиром Агамадановичем, сколько проектов, столько всего, столько земель. Вот с этими со всеми людьми общаться, контактировать с ними, принимать какие-то решения там, и так далее. Это же не просто там, ты сегодня пришел и вот это сделать, вот это уберите там у каждого. Это очень большая работа, это очень ответственная работа. И пока что мне бы хотелось бы принимать участие там, где я могу максимально принести пользу. И не обязательно для этого человек должен быть каким-то большим политиком. Там, вот. Если вот рядом с тобой двое вот сидят, там, я Эльдара лично знаю, там, или Тамерлана знаю. И имеется в виду, они же тоже не являются такими большими политиками, но они тоже какой-то вклад вносят там, в развитие там, молодежи там, и так далее. Да? И каждый человек может быть на своем месте там, каким-то, как минимум политикам, да, своего, так скажем, уровня, да. И вот в данный момент я могу приносить там пользу, да, не являясь там каким-то большим политиком. И пока что мне это достаточно, да, пока мне это достаточно, я не хотел бы там куда-то там стремиться или лезть, у меня такого желания тоже нету. И в будущем посмотрим, ну. Пока мне 32 года, и это для политики, это даже не начало, так скажем. Так что вы меня никуда не сватайте. Браво! Да.